Всем привет! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агасе, и я вам нашел очень хорошую квартиру. Вот такую видовую. Пирожочек без подливки. Вижу я глазами крепость Алания. Вот так. Вот то, что я вижу, я вам показываю. Вот глазами все видно. Вот это вот так. Солнышко тоже видно. Вот там птичка летит. Отдаляю. Ой, какая красота. Смотрите. Каждый вечер вы будете наблюдать ужины, даже утром завтракать можно здесь сидеть и смотреть на крепость Алания. По вечерам тут освещение на крепость Алания, и там же освещение, везде очень красиво смотрится. Друзья продают эту квартиру, так что квартирка хорошая. Даже можно сделать перестановку денег, граждане России, отдадите там, а фотопо оформим здесь. И для вас будет легче, и для моего друга. Смотрите, какой большой балкон. 22 квадратных метра, как мне сказали. Можно застеклить, будет дополнительная комната. Сторона восточная, южная. Инфраструктура есть большой открытый бассейн, открытая территория, которую я покажу. Здесь маленький подъем. Вот. Можно так спуститься. Перед этим зданием у нас сеть магазинов BIM, сеть магазинов А101. В будущем Migros откроет где-то тут, между зданиями. Есть также маленькие маркеты и даже маркет хозтоваров и строительных материалов. Проект был сдан в 2011 году, как и помню. Да, 2011 год. Ну, смотрите, снова покажу, какая красота. Вот сидите, и это один из пирожков на рынке. Идемте внутрь. Минимум 100 квадратных метров, даже 105 или 110. Вся жилая площадь вместе с балконом. Вся полезная площадь. Вот орел. Мне вот друг нарисовал, художник, подарил мне вот наподобие этого орла. Кого интересует заказ? Масляные вот эти картинки. Он может вам нарисовать и заработает, и вы также, у вас будет хорошая картинка висеть там. Бытовая техника: Bosch, Filco, стиральная машинка Siemens. Bosch холодильник, Siemens проточный водонагреватель. Почти отдельная кухня, можно также отделить, кто хочет отделить ее. А. Смотрите, как красивенько. Прихожая. Хороший шкафчик. Зашли домой. Итак, первый санузел с душевой кабинкой. Также у них второй санузел. Два балкона. Первая спальня, здесь 12 квадратных метров, я отмерял сам лазерным измерителем. Также выход на балкон, можете застеклить, все будет. Большая квартира 3 плюс 1. Тоже продается картинка. И сейчас спальню покажу. Вот спальня. Балкончик второй дополнительный. Восток, юг. Две стороны смотрит. Средний этаж. Земли, если считать, как бы тоже масляная картина. Санузел второй тоже полноценный. Этаж как бы 10-й зимний, потому что проект немножко на высоте. Даже еще покажу вам, сколько вот этажей вот это здание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9,
Вот это 9. 10, ну, 10 этаж как. И вид не закроется у вас. Если даже там внизу где-то построят, вид этот останется. Вот так. Понимали. Видовая квартира в Алании. Все, спускаюсь сейчас вниз, покажу вам территорию. Вас интересует цена, я знаю, меня тоже она интересует. 145 тысяч евро, и эта квартира ваша также. Айда, 400 лир. Уточню и там буду показывать территорию, не закрываю. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, если все не подписались, все еще не подписались. И пишем комментарий, что вам тут понравилось. Вид, я думаю, что вам всем понравился. Квартира большая, тоже понравилась. Цена тоже хорошая на данный момент по рынку. Махмутлар район, но пока что на ВНЖ этот район закрыт. Но в будущем, наверное, откроют. Это же не вечно все. Так что знаете, дорогие зрители. Дорогие зрители, я еще не ушел с квартиры. Какой красота. Ой, как красиво. Еще бы подождать здесь 5-10 минут. Вышел я из квартиры, на этаже 3 квартиры, красиво сделано. Вызовем лифт. Панорамные окна. Надо нажать на 2 кнопки. Вот видите, да, как она? Все. Я отсюда даже вам покажу большой бассейн, открытая парковка там и с правой стороны. Состоит из 2 блоков проект. Есть также пандус. Вот какая красота. Ухоженный сад. Ай да, да, 400 лир. Это здесь открытая парковка, там открытая парковка и только вот этот бассейн. Цена квартиры 145 тысяч евро. Минимальная цена. Звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар.